люк. Но опять же, где оперативность, да, он незаменим на колесах. Быстро сбросили, раз, опахал. Перебрасывать его легко, и потом уходит оперативную ночь. Да, и переместился. Пожар, да. Этот у нас, в принципе, таких, получается, 4 платформы, да? 4 трала для перевозки. 4 трала есть. То есть один здесь в Сосновке, да, трал, один у нас получается в Чебаркуле. В Каштаке, в Чебаркуле. В Каштаке. И четвертый. Варгаяше. Варгаяше четвертый, да? Последовательность, ну, как таковая, она технологически нигде не прописана. Руководитель тушения лесным пожаром решает сам. Если колесный трактор, обрабатывая, создавая минополосу плугом, видно, что не заградит огонь, запускается вот этот большой трактор для более серьезной минерализации почвы. То есть последовательность все-таки она, ну, будем говорить, есть. Сначала легкий колесный трактор, затем вот этот трактор ТЛП-4М. Кроме всего прочего, у него емкость 4-кубовая под воду. И если необходимость есть, он работает по кромке пожара вот из того ствола, который есть в образце. Вот эта ширина полосы сколько получается? Достаточно, чтобы его установить? В зависимости от того, какой пожар. Какой пожар. Зачастую недостаточно. Зачастую. Если вот такая трава, сильный ветер, он ее через дорогу проходит обычно. Но в этом случае обрабатываем почву в несколько следов. В два раза можем пойти, в три. И это. В любом случае положительный эффект достигается тем, что огонь останавливается. Работать пожарному расчету можно. Температура от огня падает. Работают люди с огнетушителями.